Я должна сказать тебе об этом. Я должна была отказать ему. Нет, нет. Я должна была бы, если бы могла. Но я не могла и не отказала. Ты мне что-то? Слушай, Лиззи, помнишь, ты предложила пойти вместо тебя на ужин с твоим бывшим? Так вот, я пошла. Дело в том, что я не смогла ему отказать. Я с ним переспала. С Брюсом? Моим Брюсом? Я хочу, чтобы ты знала. Он понравится твоей маме. Моей нравился. Хорошо. Мы собираемся на вечеринку с Молли. Ты с нами? Пойдем, Джон. О! Я хочу познакомить тебя. Хочу познакомить тебя с моими друзьями. Я не хочу знакомиться ни с кем. Я никого не хочу. Я хочу быть только с тобой. Я помою посуду. Нет, не надо. Не надо. Ты не мой посуду. Ты никогда не будешь мыть посуду. Я буду мыть. Буду покупать продукты. Буду готовить. Буду кормить тебя. Буду одевать тебя по утрам. И раздевать по вечерам. И купать тебя. Я буду заботиться о тебе. Ты можешь встречаться с друзьями днем. Мне нужны ночи. Пусть они будут нашими. Повидаться кое с кем. Хорошо. У меня тоже куча работы. Нет, не уходи. Останься, пожалуйста. Ладно. Давай, малыш. Которая позволит вам читать, есть, болтать по телефону, смотреть телевизор. Стоит нажать на кнопку, и вы уже спите. И все это под легкий успокаивающий массаж. Персональный регулятор обогрева, полная автоматизация, сногсшибательная кровать по сногсшибательно низкой цене.